Привет, друзья! Рада видеть вас у себя в гостях на канале. Меня зовут Андрюкова Екатерина, я профессиональный флорист. Здесь я показываю вам разные техники сборки букетов. Мы делаем каркасы, разговариваем о флористической литературе, о флористических направлениях. И много о чем еще разговариваем. Если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. На нем более 150 видео. Я уверена, что вы найдете много полезной информации. А сегодня мы сделаем букет на каркасе, на так называемом каркасе без ручки. Вот такой каркасик я уже подготовила в виде венка. И такие каркасы позволяют нам делать букеты необычных форм. Они не отягощаются ручкой. И сами букеты выглядят очень современно. Давайте сейчас я вам продемонстрирую тот состав, который лежит у меня на столе. Во-первых, это лилия. Сейчас лето и много разных садовых цветов. У меня такая садовая лилия. Еще я буду использовать пижму. Пижму тоже можно найти сейчас в полях. Она отлично работает как сухоцвет. Так же, как сухоцветы и долговечные цветы, выступят мордовники и краспедия. Тоже буду использовать несколько шариков краспедии. Буду смотреть еще по ситуации, возможно, добавлю флоксы, ну, скорее всего, и вот такую садовую, очень пышную гипсофилу. Давайте приступим к наполнению каркаса. Все собирается очень просто, и сам каркас задает нам нужную форму. Серединка, как вы понимаете, в этом каркасе будет пустая, то есть это такая задумка. Букет можно из одних и тех же цветов собирать по-разному, но вот сегодня я решила показать вам, как собрать букет на таком необычном каркасе. Вот я вставила 4 лилии, чтобы они удерживали друг друга. Обязательно увожу все в спираль, проверяю, чтобы не было никаких перекрещиваний. И сейчас очень быстро можно наполнить этот каркас. Удобно с ним работать, создавать какие-то фактурные вещи. Каркас можно дополнительно декорировать по желанию. Но сегодня у меня такой технический вариант каркаса.
мелкие фрагменты мордовника можно устанавливать на проволоку и также вводить в этот каркас. Если вам длины не хватает, можно наращивать растения. Мой букет готов, сейчас осталось скрепить точку сборки. Делаю я это, как обычно, анкором. Можно использовать бечевку или любые другие методы крепления, которые вы непосредственно любите. Анкор я уже задекорирую натуральным материалом. И давайте посмотрим, как выглядит этот букет в законченном виде. Рада, что вы интересуетесь флористикой. Меня зовут Андрюкова Екатерина, и я практикую флористику уже более 8 лет в России и Европе. Я знаю, как важно сразу создавать современные аранжировки, формировать видение и уметь сделать красиво даже при небольшом бюджете заказчика. В нашей школе флористики онлайн вы найдете разнообразные курсы от базового до продвинутого. Мое кредо – я не даю скучную теорию, все сразу можно применить на практике. На данный момент в нашей школе обучилось уже более 1000 человек из разных стран. Я горжусь тем, что они применяют свои знания на практике, открывают студии, салоны, мастерские или работают дома. Занятия в школе проходят на специальной обучающей платформе, где вы в комфортном режиме и удобным способом через компьютер, телефон или планшет изучаете видеоуроки по флористике. Также в каждом уроке вы найдете дополнительные полезные ссылки и текстовую информацию. На курсах предусмотрены и практические задания, после выполнения которых вы получаете диплом. Также по запросу мы можем делать диплом на английском языке. Выбирайте подходящую программу, а я всегда буду на связи в личном кабинете. До встречи на курсах!